Мы находимся на полотне старой фронтовой дороги из Озерия на Красную Горку. Именно по этой дороге шло пополнение, доставлялись боеприпасы, техника. 6 мая 1993 года в этом ничем не примечательном месте дороги мы наткнулись на очень странное явление. Не, явление-то обычное, вот последствия от него были весьма неординарные. Ямка была похожа на обычное захоронение, которых при дороге великое множество. Мы его определили как захоронение, то есть тот набор специфических признаков, который присущ захоронению, полностью встречал и здесь. После того, как углубились почти на 1,5 метра вниз, вытащили хлопчатобумажный куль из мешковины и ящик доски, которого вы видите. В мешковине находилась немецкая взрывчатка «Моноцит», а в ящике наша низкодетонирующая взрывчатка «Гризутин», название, с которым я столкнулся впервые. Посмотрим. Что такое моноцит и гризутин? Оказалось, что моноцит вовсе не взрывчатка, а нечто еще хуже. Степень радиоактивности моноцита зависит от содержания тория и урана. Во время Второй мировой войны германские войска использовали моноцитовый песок для отмечания мест установки мин типа Топфмайн, которые почти не содержали металлических деталей и потому не обнаружились обычными миноискателями. Мешочек с моноцитовым песком входил в комплект мины. После установки мины в глубине земли на поверхность насыпался моноцитовый песок, что позволяло легко обнаруживать такую мину при разминировании местности с помощью специального миноискателя типа «Штутгарт-43», который обнаружил радиоактивное излучение песка и являлся детектором ионизирующего излучения со счетчиком Гейгера. Так вот оно что, Семен Семенович. Вон оно как оказывается. Гризутин же является низкодетонирующим взрывчатым веществом. Согласно ГОСТу Советского Союза номер 26184 от 1984 года, гризутин – это промышленное взрывчатое вещество, обладающее пониженной способностью к воспламенению взрывоопасных средств и применяемое в шахтах, опасных по взрыву газа и пыли. Итогом продолжительного контакта 6 мая 1993 года поисковиков отряда разведка с радиоактивным моноцитовым песком и другой химической дрянью, извлеченной из шурфа, стало сильнейшее отравление, связанное с получением дозы радиации неизвестного объема и так называемым ингаляционным отравлением продуктами распада взрывчатки при открытии доступа кислорода. Именно здесь мы отравили. Именно тем, что достали. Это был обычный фугас. С другой стороны дороги, в другом кювете, ну, здесь, конечно, не видно сейчас, что кювет, но это был кювет. В другом кювете есть близнец этого фугаса, такой же ящик и, видимо, такая же мешковина с моноцитом, которая была соединена с этим детонирующим шнуром. Детонирующий шнур мы нашли. В ящике в общей сложности находилось 40 кг гризутина, ну плюс еще моноцита килограмм 20, то есть 60 кг взрывчатки. Такой же близнец с другой, с левой стороны дороги. Когда два таких фугаса рванут одновременно, получится огромная яма, обойти которую по здешнему лесу, достаточно дремучему, густому, было бы очень сложно. На экране сейчас обертка от моноцита. Забеспокоился я только после того, когда почувствовал страшное недомогание. И к тому же вдогонку вспомнил, что название моноцит имеет также главный поисковый минерал на уран и торий. То же самое страшное недомогание буквально почти сразу же почувствовали все. Головная боль. Совершенно непереносимое состояние бессилия, когда очень трудно пошевелить ногой или рукой. Короче, мы на автопилоте
кое-как добрались до лагеря за 20 километров отсюда. Ну и приготовились умирать. По этой вновь проложенной после войны лесовозной дороге от Красной Горки на Родофинниково ее во время войны не существовало. Кое-как ковыляя, кое-как спотыкаясь, но не падая, правда, мы добрались до лагеря. Единственным способом приостановить хоть как-то воздействие радиации, которое вполне могло иметь место, если учесть совпадение названия моноцита, минерала и взрывчатки, было спиртное. Многие потом говорили, разведка захотела нажраться, поэтому выгребло все спиртное. А я вот как на духу говорю, что мы приготовились, ну уж если не умирать сразу, то, по крайней мере, были готовы к самому худшему. И ребята, я думаю, прекрасно сознавали это. По крайней мере, лица свидетельствовали об этом. Подошли к кресту, помолились. Кто за здравие, кто за упокой. Но, по крайней мере, отдавая себе отчет в том, что если вдруг с кем-то станет хуже, руки в ноги мы двинемся на Любань, оттуда в Питер, в радиологическую больницу. Слава Богу, что через час после этого мы, конечно, здорово накачались. Говорят, алкоголь ослабляет действие радиации. Слава Богу, что через час после этого пришел один из трех бывших в лагере докторов, которые бегали бог знает куда маршрут. Сильнейшее ингаляционное отравление. Поражена печень. Я не знаю того костра, который не был бы попробован, вернее, зола, из которого не была бы попробована нами. Зубы и физиономия были черными, но печень и желудки были спасены. Хуже всех почему-то пришлось мне. Не знаю почему. Но оклемался и жив. И здесь опять. Но травиться уже не собираюсь. Ни-ни. Ты Ибрагимов пришел? Да. А что же так? Камера появилась. Очищаешь, когда ты смотри, мелкий такой. Полярится много. Ага, без запала. В местных органах власти эта могила не зарегистрирована. Акта передачи от военных органов управления гражданским властям нет. Списка захороненных, естественно, нет. Таким же образом, в архиве нет документов, свидетельствующих о том, кто здесь захоронен. Нет карт, на котором нанесена эта могила. Вы только что видели большой массив грунта, окруженный канавой. Достаточно осушенный массив грунта, то есть воды в нем сейчас чуть-чуть. Воду уже из этой вороночки отчерпали, она была не очень глубокая. Но тем не менее, та канава, которая прорыта вокруг целика, вокруг массива грунта, позволяет, во-первых, осушать обводненный грунт, во-вторых, работать без помех, в-третьих,
и это, наверное, самый главный нравственный момент, не попирать кости ногами, не попирать останки людей, погибших здесь и захороненных в этой, вернее, брошенных в эту воронку, не попирать эти кости ногами, как это делается обычно у поисковиков, к сожалению, как это принято ради скорости, ради оперативности, там, не знаю еще ради чего, топтаться в этой яме, которая вырывается на месте захоронения, и вместе с поднимаемым наверх грунтом выносить наверх и кости. Конечно, дело здесь не в том, что можно затоптать медальоны. Конечно, здесь более существенен именно нравственный мотив. Представьте себе, если бы по вашим останкам потом кто-нибудь ходил ногами, разбрасывал их и так далее. Чтобы медведи. Подкопай-ка нафту-то вот около тебя. Вода-то это. А вот, не там. Не там. Где юрта? Юрта. Так сверху вот бери, а я сейчас перекурю. Во, видишь, как пошла. Дядя, а что в центре не убираете или к нему продвигаетесь? Продвигаем-то. Они навалены по-страшному. И снимаем вот этот верхний слой, то есть кусок делаем, а потом уже постепенно пластами снимаем. Говорит, где же муж-то? Пришел бы, хоть меня бы сфотографировал на видеокамеру. А когда я еще утром говорю, говорит, снимат, а меня не снимат. А ты еще утром? Ничего не снимат. Ну сейчас, сыму. Сыму. Я комар там снимаю, ты упорно. Я понимаю. Так, Инга Ивановна, иди. Где? Череп, да? Кому тут резинка? Антикомарийное мероприятие. Где малыш там? А, он тут. Большую березку покажи. Где? Юха, покажи большую березку. А у них там, видишь, было сделано, заготовлено. Рогатина была сделана, большая береза, и чтоб обмакивалась вообще вся воронка. Проверить все. Там наверху, давай проверим. Мы здесь сами проверяем. Ложки, по-моему, не видно. Малыш, принеси еще одну. Шестой размер. Побольше которого. Малыш. А по халу. Кто-нибудь посмотрит на этот юмор за телевизором, так это в обморок шлепнется, а тут хихикают нормально. Может еще колбасы пойти? Ты уже так все слопал. Ах ты, блин, посчитал. Нет, разведка посчитала. Кто? Ландер посчитал? Разведка. Валера. Нет, так ведь кусок-то упал на землю. Чего? Песня. Блин. Юха. Покажи, покажи сюда, Андрюша. Крупно поднеси ее сюда. Так тебе надо перец наводить. Давай. Перья вон там у ежовцев, надо взять. Давай, прямо в кадр. Прямо в кадр, прямо под нее, прямо вот так. Чернильница, да? Угу. Ну надо же, а. И чего он ее таскал-то с собой? Писарем был, наверное. Наверняка Писарчук. Угу, ну хорошо, отнеси в это. Отнеси, ну, где общая вещь. А ты знаешь, смотрел я эти входящие донесения о потерях 1102 полка, вот, и один за другим там мужики, ну, в графе воинская специальность, или должность, музыкант. Вся, в общем, музыкальная команда 327-й дивизии, вся полегла. Вот как раз в начале марта 42-го, как раз вот... Скрипку найдем. Ну, скрипку, не скрипку, ну,
Не знаю, что тут найдем. Дай бог найти чего. Надо снимать сверху. Дай гордо. А что, продуктивно, однако. Комарья-то не видать, по крайней мере, в кадре. Ну уж как не видать. Он на горнах все сидит, комарья. Поныкались капюшоны. Спины-то. Они и так. Есть именные вещи? Пока нет. Снимать, пожалуйста, пожалуйста. Красивая такая, красивая. Коко. У меня уже это, желудок антракт. У меня, кстати, тоже. Большая прогулка. Ну, кружка, хватит, не слушайте. Коко. Захоронение классически вскрытое археологическим способом, на котором сняты наслоения, убран грунт, убрана часть амуниции и обнажены кости верхнего слоя останков. В настоящий момент можно уверенно сказать, что, по крайней мере, в первом слое находится больше 30 человек. Вчера был найден при очистке медальон, который удалось прочесть. Вместе с ним была найдена ложка того же самого бойца. Первоначально прошли как Апафонич. После того, как найден был медальон, выяснилось, что А.П. Афоничев. Довольно волнующий для каждого поисковика момент, когда найденный, поднятый из захоронения медальон впервые откручивается, впервые извлекается, если он сохранился, вкладыш из него. Этому бойцу повезло. Вкладыш сохранился великолепно. Казашки наряду поспать в планке. Вот один наряд есть. Комары замучили. Афончев. Пропустил одну букву. Афоничев. Алексей Паладьевич. Боец. 1912 года рождения, Курская область, Корнеевский район, сельский совет Ваблежский, деревня Вожова. Так, адрес родственников: Афончеву Ивану Паладьевичу. Быстрее всего, брат. Курская, значит, область, район, Корышинский район, Ваблевский сельский совет, опять же деревня Вожова. И теперь посмотрим его полностью. Дай бог найти родственника, дай бог. А теперь конкретно на захоронении мы покажем, где это было найдено. Кто из них? Вот
что одного из двух солдат, они очень лежат близко, и поэтому сейчас разобрать сложно, так как раскоп был не полностью еще раскрыт, когда найден медальон. Но, видимо, либо вот этот солдат, лежащий сверху, либо лежащий под ним. То есть череп его вот немного видно. А где был найден медальон? Найден под тазовой костью, но несколько ниже ее. Возможно, и нижнего солдата. Соответственно, ложка? Ложка была совсем в ином углу. Ложка была... Она была найдена на той стороне, вот но это... у солдата, у которого было две ложки. Одна поломанная, одна вот эта. С фамилией Афоничев. Серьезно? Да. То есть одна была поломанная деревянная с инициалами БА, а другая BL, с фамилией Афоничева. Угу. Сначала прочиталась как Афафоничев. Когда нашли медальон, выяснилось, что это имя отчество, первые две буквы. Понятно, понятно. То есть вот можно показать солдата? Да, который... если можно. И там посередине. Я помню. То есть вот лежащий по диагонали, угу, у него были эти две ложки. Есть ли еще один слой под скрытым и очищенным от наслоения? От... Да, пожалуй, останки есть, потому что многие уже лежат, вот, допустим, наслоенные, то есть второй слой идет. То есть, очищая вот первый слой, проявляется второй слой. А в некоторых местах он не проявляется, но явно, что там тоже есть какие-то кости. Какова ориентировочная глубина вот захоронения, если пробовать его щупом, до грунтового материка? 30-35 сантиметров, наверное. Да. Ну, это... Еще одна любопытная особенность есть у этого захоронения. Вот что еще интересно, два бойца лежат прямо у входа. Вот здесь вот проходил вход в этот блиндаж. И здесь их положили в проходе, да? Да, их положили в проходе. За неимением места уже сохранность внутри. Сохранность очень, конечно, плохая, но потому что они были на поверхности. Ближе к поверхности, так были. Вот у этого солдата с разрубленным черепом был найден образок Николая Угодника. Находился он чуть ниже черепа, под рукой. То есть, видимо, находил он на шее висел у него. На пере написано Абель. Под ним 606 ЕФ, а на корешке пера написано ЕФ Ферри, Иридиноид, Лондон. Любопытное совпадение. В соседнем захоронении, которое сейчас разрабатывает Архангел, найдена чернильница, которую мы только что видели. Вот в этом захоронении найдено перо, причем такое своеобразное, из иридиевых сплавов. Что же у Архангелов? Как дела, Оля? Нормально, 20 мужичков. Уже 20? Да, уже 20. Это без тех, кого еще не вытащили? А? Да, это те, которые наверху. Это те, которые уже в мешках. Те, которые в мешках. Газ. В любом случае не раскручивай. Это может не медальон быть. Это, видишь, противогаз рядом был, Валер. Это медальон. Деревянный медальон. Ну, пустой. Леночка умница, сегодня тебе это. Премия. Кружка спирта положена.
Так, помыть аккуратно только, очень-очень тупенький. А я не пью, спи. Тогда отдашь мне. Ну, ребята, это почин. Все нормально, все будет. Жалко, пустой. Работайте, все смотрите аккуратно. Иди мойте. Покажи, покажи, покажи крупно. Да, непруха. Да, это действительно деревянный медальон, который очень редко сохраняется. Я первый раз деревянный вижу. Мы закончили эксгумацию захоронения, из которого было поднято 45 наших останков, 45 наших солдат. Захоронение отработано полностью. Это останки солдат, которые имели подписанные именные вещи. Вот два спорных, значит, останка, у которого был медальон, один из них, значит, Афоничев, и останки, у которого были найдены ложки с инициалами БА. Останки были подняты по нашей оригинальной методике, в основу которых были положена методика археологических исследований, то есть каждый солдат, вот здесь вот разложен, не по определенной методике, то есть кости принадлежат определенному солдату. Смею утверждать, что это первый подобный опыт в поисковом деле. Так? Да. Из воронки, которую отрабатывали архангелы, подняли 40 человек. У них было 5 медальонов. Два из них оказались вкладышами, один удалось прочесть, один нужно отдать в экспертизу. Тот, который прочли, нес фамилию цехмейстер Николай Дмитриевич из Калининской области. Яму засыпали, сейчас вот у нее ставится крест. Стой, забутуйте, камень же есть. Где? Только слишком немного закапывай этого. Компас, по комусу будет? Выровняй. Смотри. А почему он так? Проверим? Ну, немножко. За компас. Останки были подготовлены к захоронению. Деревни Коркино. Но, к сожалению, администрация не нашла возможности, чтобы их захоронить. Не подготовлены гробы. И поэтому приходится делать временное захоронение здесь, в лесу, для того, чтобы весной следующего года похоронить этих солдат со всеми почестями, как положено. Вот для этого мы и сделали этот труп. Сейчас укладываем туда останки солдат. Сколько всего поднято за экспедицию? 133 бойца. Наличие медальонов? Нашли 10 медальонов. Из них 3 заполнены, 2 удалось прочитать, 1 в экспертизу.
Спасибо. Пожалуйста. 7 мая 1992 года, когда мы поняли, что этот великий общий братский погост должен быть хоть как-то отмечен. И в конце концов мы пришли к необходимости того, что надо поставить для всех убиенных в этой местности вот такой большой, один общий большой крест. Те, что стоят на поднятых могилах, а точнее захоронениях, безымянных братских захоронениях, те сами собой должны стоять. Но этот был поставлен первым. Высотой почти в 3 метра он виден из всех уголков этого лесного поля брани, этого островка пустого, голого, возвышенного места среди бескрайних лесов и болот. Красная горка, когда-то обильно политая кровью солдат, являет из себя сейчас зеленую поляну. Пусть земля будет пухом для всех, кто погиб в этих лесах. Низкий им поклон.